Спасибо большое. С Днем народного единства медицинских работников поздравил руководитель регионального отделения партии ЛДПР Максим Крайн. Подарки получили врачи 5-й городской больницы, где расположен первый ковидный госпиталь региона и где уже несколько месяцев они буквально борются за жизнь больных коронавирусом. Я хотел бы выразить особую благодарность врачам, медсестрам, персоналу больниц, поликлиник и службы скорой помощи, сотрудникам Минздрава Алтайского края, всем, кто в это сложное время честно выполняет свой профессиональный долг. В связи с увеличением количества заболевших людей в Алтайском крае, нагрузка на врачей значительно увеличивается. Они работают на износ, заражаются и сами болеют. В настоящее время ситуация очень сложная. Мы должны снять всю лишнюю нагрузку с наших врачей, чтобы они смогли сконцентрироваться на самом главном – на оказании медицинской помощи нашим жителям края. Также Максим Крайн отметил, что несмотря на рост числа заболевших, некоторые и по сей день отказываются носить маски в общественном транспорте. Но есть и те, кто не может обеспечить себя одноразовыми масками из-за недостатка средств. За праздничный день представители партии ЛДПР бесплатно раздали жителям Барнаула около 3000 масок. Сегодня я хотел обратиться к правительству Алтайского края с просьбой рассмотрения выделения денежных средств, покупки и приобретения и последующей раздачи медицинских масок нуждающей категории граждан. Например, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи. Кроме того, в разных городах края представители партии вышли на одиночные пикеты с лозунгами в поддержку врачей, с призывами к сплочению нации и единению народа. Сплоченность общества, доверие, взаимоуважение между нашими гражданами, между представителями власти, простыми людьми послужит прочной и надежной основой для успешного развития Алтайского края. Я поздравляю всех жителей Алтайского края с этим праздником. С Днем народного единства!